Здравствуйте, это канал Максимазы и заключительная серия второго сезона GTA 4. Да, в которой мы будем грабить банк. Есть такая вот не очень хорошая новость. Можно было подружиться с Дуэйном после убийства Playboy X. Нужно было ему положительно ему ответить там по электронной почте. Так, что там, Брюс? Да, я знаю. Можно было подружиться с Дуэйном. Я, к сожалению, просрал свое счастье. Надо было положительный ответ дать. Я случайно отрицательный ответ дал. Случайно нажал на отрицательную, на красную кнопку. И подружиться с Дуэйном теперь нельзя. Эх, просрал свое счастье. Если с ним подружиться, можно будет у него подмогу заказывать в бою. Но прежде чем мы отправимся к Паки за ограблением банка, мы сначала направимся к Фрэнсису. Ну а для этого мне бы пригодилось такси. Ой, дождь идет. Сонет кафе, в принципе, не пригодится теперь. У меня есть дом, где есть компьютер. Он у охранника, правда, стоит, но это нисколько не важно. Где у нас там Фрэнсис-то находится? Там? Lure. Ты хочешь нас обоих угробить? Ты? Чего? Я послал тебя уничтожить организацию, а ты прогнал ее босса. Теперь его заместитель будет сидеться в квартире, а еще он захочет поговорить с федералом. Эй, погоди-ка, организацию? Чертов ты, кретин. Я платил тебе за профессиональную работу, а ты, оказывается, любитель. Хреном. Нет, ты послал мне убить одного человека, который мог упрятать тебя за решетку. Чушь. Вот что я тебе скажу, умный. Вот что я тебе скажу. Расскажи это судье. Скажи ему, что я послал тебя всего лишь убить одного человека. Ты тут ни при чем. Интересно, что он скажет. Может, он отпустит тебя по причине того, что тебе отказал мозг, и ты абсолютно не вменяем. Может быть, так и будет. При любом раскладе что-то в жопе. Погоди, послушай. Ты должен сделать это ради меня. Ради нас. Помоги мне последний раз. Этот парень подонок, ничтожество. Если там есть Бог, он нас любит. Но точно надо, чтобы он сдох. Парень продаст ребятишкам героин. В мире много плохих людей. Но нам есть что терять. Мне нечего терять, мистер МакКрири. Сколько? Ты знаешь мою цену? 5. Дело твое. Мне все равно. Вот то блюдо. Ну хорошо. В настоящий момент этот парень проживает в квартире на Денвер. Он там залег тише воды, ниже травы. Багажник и машина на углу Албании. Я оставил тебе там винтовку. Доберешься? Позвони мне. Заберите патроны для снайперской винтовки из машины. Зашибись. Действительно, кстати, вот этот костюм Нико, которым сейчас я, действительно, Дмитрий Расколов на концепт-арте больше похож на Нико в таком костюме. На Дмитрия Расколова не очень-то вообще-то, честно говоря, похож. Все такси заняты,
просто зашибись. Может, Роман такси прислать сможет? Роман, это Нико, мне нужно такси. Жди, уже высылаю машину. Отлично. Тормози, куда едешь ты? Вот это стой. Нормальные клиенты в этот момент обычно расплачиваются. Вали отсюда. Это кто здесь козел? Я тебе колесо сейчас прострелю. Блин. Поезжайте домой к дилеру. Хорошо. Я нашел то место. Так, тот чувак в своей квартире на четвертом этаже. Поднимись на крышу здания, который стоит напротив, и пристрели его. А что, если он не подойдет к окну? Тогда напряги свое чертово воображение и заставь его это сделать. Позвони мне, когда все будет закончено. А, я помню комиссию, она несложная. Я долго, блин, думал, как попасть на крышу. А оказывается, надо было сюда войти, а я там на лестницу пытался как-то забраться. На нее забраться нельзя. А, надо еще выше подняться. Да куда ты? Весь в зеленке, блин. Выманите наружу и убейте его. Вот так-то. Вот так вот, совсем несложная миссия. Я разобрался с ним. Ты сделал доброе дело. Надеюсь, до ребят дойдет и до предупреждения. Они поймут, что в жизни есть пути и получше. Мне не интересны твои проповеди, мистер Макрири. Давай не будем притворяться, что у этого были какие-то причины, кроме дела. Не, ничего страшного. В том, чтобы признаться в этом, ты сделал что-то хорошее. Общество благодарно тебе. Если 100 человек поступят так же, у нас наберется 100%. Ну что ж, теперь нам ничего не остается, как ехать к Патрику. Сейчас будет самая сложная миссия, наверное, в этой игре. Но тем не менее, я помню, я с первого раза с ней справился. Что еще? Белик, нам нужен немедленно. Вертолет подготовлен и ждет тебя в Нортвуде на Грамминт Роуд. Твой бывший подельник Джейкоб уже там. Он будет сидеть рядом с тобой.
Джейкоб, не задавай лишних вопросов. Я хочу, чтобы ты сбил вертолет этого парня. Последний раз его видели на Вайс-стрит. Мирное население. Черт. Видать, грабеж придется отложить. Я так думал, что сейчас грабить банк будем, но нет. Нужно что-то еще сделать. Так хотел сейчас банк ограбить. Окей. Наконец-то приехали. Вот и мой дружок Нико. Привет, Джейкоб. А, я, кажется, помню эту миссию, да. Следуйте за ним, дождитесь подходящего момента, чтобы сбить его вертолет. На мини-карте вижу... А, вон он. Здесь тоже вижу. Блин, надо стрелять в него не в городе, где-то поближе к воде, наверное. Нет, нам нельзя сталкиваться со зданиями. Хули, что-то подлагивает, мне кажется, или нет. На вертолете никогда легко не бывает. Черт, вот в этом месте тяжело его догонять, он... Вертолет что-то медленно летает, мне кажется. Jacob, man! I don't see so good when you're blowing the smoke in my face! Fine, smoke it, whatever! Он там травку курит, что ли, блин? Вон он внизу. Только сложно его достать сейчас. Он над водой. Пора стрелять. Стой, в воду нельзя. Ну уже, давай. Yeah.
Ха, есть. Высадите Джейкоба на вертолетной площадке. Yo, job well done, you know, Nico. But we have to get out of this bomb cloud dead right now, you know. I do not think he can ask us to do more than this. Now it's our turn to get him to help us. If someone can find the man I search for, it should be him. Let's do it. Ой-о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 й. Надо приземлиться вот тут. Стой, как я ненавижу приземляться, а? Приземлюсь где-то не там, заново все проходить опять надо. В дополнениях GTA 4. Там вот баллада о Гейтоне, вот точно можно было. Если где-то умер, провалил миссию, там начинаешь проходить с того этапа, где ты провалил задание. Примерно там. Садись. Круто! Это было очень круто. Давай как-нибудь пересечемся с тобой. Мы сбили ваш вертолет. Думаешь, я не в курсе? Думаешь, я тут сижу, засунув голову в жопу и яйца почесываю? Я бы с удовольствием на это посмотрел. Я ценю твою помощь, блин. Ты сегодня хороший поступок совершил. Похоже, что теперь моя очередь. Я постараюсь найти того, кого ты ищешь. Я позвоню тебе, как только у меня появятся какие-то данные. Слава тебе, Господи, наконец-то. Так уже, наверное, дохрена времени потратил. А вот и он, Нико Беллик. Нико, это двое моих братьев, ну, то есть двое, которых я таком и считаю. Дерек и Джеральд. Дерек только что вернулся в Лондон после нескольких удачных лет. Думаю, у меня с ним схожая ситуация. И Джерри тоже крутой. А Майкла помнишь? Святой Майкл. Да-да-да, рад вас видеть. Ник у нас путешественник. Я познакомился с ним. Хочешь привлечь его к семейному бизнесу? А что тебе про него известно? Ну, мне известно, что он не дурак подраться. Знаешь, не забит... Но это как-то мало. Этого достаточно для меня. Отличный парень, Джерри. Умственно отсталый. Я же говорил, что стараюсь разговаривать с несчастными жертвами. Не смей так говорить о моих родителях. Ты прям как Клеопатра. На протяжении 15 поколений. Ты родился настолько тупым, у которого мозгов не хватает. Если у тебя такие проблемы, я, пожалуй, пойду? Не переживай, у меня есть другие способы зарабатывания денег. Никаких проблем, Джерри просто думает. Он трижды был женат, но до сих пор не может понять, что ему нравятся мальчики. Да, никаких проблем. Ладно, сами разбирайтесь. Не перебейте друг друга, только... Паки, позаботься о Дереке. Его долго не было. А ты... Ничего личного, но если ты вдруг решил поиметь мою семью, я поимею твою. Так, мы едем в отделение банка Liberty City, расположи. Ты будешь у нас водителем. А, стоп, это не подойдет. Wheels,
Сейчас я его возьму, наверное. Роман, может мне машину подослать сюда? Я возьму, грабану его, машинку потом одну. Черт. Ой, там полицейский сзади. Полицейские какие-то тупые, не видят вообще ничего. В общем, сделаем так. Мы войдем внутрь, и каждый из нас вырубит по охраннику. Мы со Святым Михаилом позаботимся о клиентах, пока Нико и Дерек разбираются с сотрудниками. Если кто-то дернется, сразу же вырубаем. Как только мы возьмем ситуацию в свои руки, Дерек взорвет дверь в хранилище. Мне достаточно PE4, чтобы... Никогда не слышал такое. Это английское название, которое Дерек подобрал там. Я не буду с тобой спорить, Патрик. Надо сказать, при помощи этого мы запросто сможем открыть дверь любого хранилища. Перепечатка не оставит на купюрах никаких следов. Жду не дождусь, когда меня торкнут остатки взрыва, смешанные вместе с коксом. Просто очаровашка, Патрик. Whatever, at least I'm honest about my habits, Derek. You know nothing about nothing, Patrick. I'm honest about me demons. Hit the needle on the old head there, did I, Derek? Expression is, hit the nail on the head, Packy. Really, Michael? You don't think I know that? Jerry was right about you, Mikey. Your parents must have been twins to produce a kid as dumb as you. I'm surprised you ain't got three eyes, no balls, and a club foot. Don't bring my parents into this, Packy. All right, all right. Do we all know what we're doing? Once the vault door blows, I want Nico and Michael to go down into the vault to get the money while me and my brother handle the crowd control. Короче, грабим банк. If you guys can stop arguing for a few minutes, then I think we might be okay. Где же этот банк-то? Далеко? А, не, недалеко, мы уже почти приехали. Ну все, парни, момент истины настал. Так, никому не двигаться, всем лечь на пол. Вам медаль никому не дадут. Вы можете только получить... Никому волноваться не нужно, мы сюда пришли за деньгами, больше нам не нужно ничего. Так что заткнись и открывай сейф. Открывай давай. Открывай, я тебе говорю. Открой, а то застрелю. Открывай дверь, тебе говорят. Ладно, сейчас. На пол всем. Давай. Эй, я член клуба стрелков. Я собираюсь разделаться с этими любителями. Ты со мной? Тебя как зовут? Луис. Это не самая интересная идея. Мне тут говорили, что ловить эту передачу во время матча. Я сломал ногу в 13 местах. Поэтому я сделал тачдаун, и мы выиграли. Где их? Мы держимся. Давай. Я прикрепил. Она рванет сейчас через 6 секунд. Так, люди, послушайте, мы ваши друзья, мы с моим братом. Зачем ты говоришь, что мы братья? Нас так будет сложнее вычислить. Завязывай давай уже с этим дерьмом. Зеленый цвет — это не только Ирландия, но и доллары. Теперь, когда ты упомянул про Ирландию... Да, давай, вытащи уже руки. Ах ты!
Черт, Майкл святой, нет. Ой, сраное дерьмо. Хватай давай деньги скорее. Черт побери, а. Я уже больше часа записываю. Не туда пошел и провалил задание, так сказать. Вот денег-то сколько здесь. Это на всех хватит. Фу. Я забрал все деньги, которые смог, хотя нам все равно кое-что осталось. У нас нет времени на то, чтобы возвращаться туда. Быстрее на выход. Давайте, парни, за работу. Шевелитесь, шевелитесь скорее. Пошли, пошли, пошли. Маневр отхода. Давайте мы уладим все мирным путем. Вы окружены. Мы никогда не решаем все мирным путем. Оу-оу-оу! Тише! Не хлопнули, надо было, блин, броню покупать. Вот броню надо было взять, а. Здоровье, так потрачу все. Как это все прохожу, блин. Гранатомет в самую тему тут был. Пока он перезаряжается, он прячется, блин. А, машину взорвем их сейчас и все. Где гранаты? Блин. Проклятый мусорный бак, вот из-за него. Сейчас хрен уйдем вообще отсюда. Да, я знаю, что тут очень много полиции. Не умеете стрелять, я лучше вас стреляю, блин. И лучше полицейских. Не так уж-то я и далеко. Ой, я броню что ли подобрал где-то? Фига. Ой, там еще кто-то. Да, я вижу. Тут безумное количество полицейских. Как? Откуда полицейских так много может быть, а? Черт побери, там полицейских много.
Блин, сматываемся отсюда. Там сзади кто-то со спины еще выстреливает. Они послали за нами вертолет. Они так просто не отвяжутся. Держи себя в руках, у меня есть план. Давайте собьем меня вообще. Да я их могу расшибить нафиг. Без всяких проблем. Ой, а там до хрена этих спецназовцев. Настроены серьезно. Черт. Ну а поезд поможет мне спрятаться. Ой, тут целый отряд спецназа. Если я не пришью этих сназовцев, они нас застрелят. Поэтому подождите меня пока. Черт, у меня оружие кончится скоро. Майклу не повезло. Никто не виноват, что с ним произошло. Взрывчатка, между прочим, то я свое дело все равно сделала. Садитесь скорее. Shit,
Damn it! I could have been nice to him for once in my fucking life. Kid only wanted to help. He loved you, Packy. He was happy you spoke to him. Блин. Ближайшую эту надо найти. Yeah, well, now I gotta explain to his folks that the son is lying dead on the road. Брат, них вряд ли получится убраться, когда кругом, когда здесь летает вертолет. That does not make it any easier to hear, and we aren't safe yet. Eye on the road, Nico. We don't want you to have to break no bad news to our mom. Neither do I. Черт побери, там полицейские, мы не сможем туда никак заехать. Ладно. Направим цвет на всякий случай сюда. Черт, они нас не выпустят. Ну хотя бы полицейских меньше стало. Кто радует. О, черт. Черт, они баррикады устанавливают. Черт, опять баррикады. Driving in Liberty fucking city, eh? We got cops in the vicinity. Надо спрятаться на этой. На вертолете они все увидят. Черт побери. Их очень много, нам никак не скрыться. Можно, конечно, туда ехать, но, блин, я боюсь, машина загорится у нас все. Если мы не будем сопротивляться никак. Врезался, ну ладно. Нет, 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 только бы наша машина не загорелась. Если машина загорится, будет вообще хреново. Наша песенка будет спета. Наконец-то скрылись. Наконец-то больше нет полицейских. Сваливаем отсюда. Дом. Рядом можно пешком добежать. Не отставай. Ты взорвешься вместе с этой тачкой. Thanks, Nico.
Спасибо, Нико, ты чертовски хороший парень. Я вез не только вас двоих, в машине были еще и деньги, не забывай об этом. Мы не забудем об этом, Нико, вот твоя доля. Я скажу Дерри, Джерри, что ты был молодцом, может он тебе как-нибудь задание выдаст. 200 тысяч долларов, охренеть! Что еще? Белик, у тебя в штанах не помещается, я же сказал, не поднимай шума. Извини, я легко возбуждаюсь. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы будем праздновать. В конце концов, далеко не каждому преступнику удается ограбить банк и уйти безнаказанно. Вот так вот. За ваше здоровье. На этом второй сезон подходит к концу. Мы ненадолго прервем прохождение GTA 4 и вернемся к San Andreas. Давненько мы его не снимали. Опа, еще кто-то звонит. Нико, это брат Паки, Джеральд Макрири. Джерри, как жизнь? Нормально. У меня тут тебе деловое предложение. Надо поговорить. Приезжай к моей маме. Заходи с черного хода. Хорошо. Только этим мы займемся с вами уже в третьем сезоне. Огромнейшее всем спасибо за просмотр. С вас лайкосы и подписоваться, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой запасной канал, который, скорее всего, изменит свое название. И группу ВКонтакте. Всем удачи и до новых встреч. Пока.